Всем привет! Сегодня мы приготовим утренний торт, для завтрака. Для данного блюда нам понадобится 0,5 кг тостерного хлеба, 300 граммов сыра тонко нарезанного, 300 граммов ветчины колбасной и 300 мл соуса бешамель. Как его готовить, я ссылочку оставлю в описании. Соответственно, форма для выпекания. Хлебушек раскатаем скалкой и обрежем корочку и сделаем его размером по нашей форме. После того, как раскатаем хлебушек, соединим его. Край смажем соусом бешамель. Положим на него на край хлебушек. И раскатаем скалочкой. После укладываем начинку. Сыр. Лишние края можем обрезать. После начинаем скручивать, добавляя подготовленный хлеб. И, соответственно, начинку. Продолжаю закручивать. После того, как свернули шнурга рулет, то есть торт, упаковываем его в форму для запекания. Вот так у нас получилось. Сверху польем соусом бешамель. Посыпем тертым сыром. И в духовку 150 градусов 30 минут. Прошло полчаса, и наш тортик готов. Снять много.